напомню, что по итогам голосования на Конгрессе в Кишиневе делегаты из других стран отдали нашей жемчужине Сибири 25 голосов из 49 возможных. Это позволило победить в первом туре. Заявку Тюмени представляли губернатор Владимир Якушев, известные тюменские биатлонисты Луиза Носкова, Галина Куклева, Иван Черезов, Евгений Гараничев, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Душой делегации была обладательница титула «Мисс Россия 2016» Яна Добровольская. Несмотря на то, что девушке не впервые выступать перед публикой, признается, что сильно волновалась. Радость и чувство выполненного долга перед своим городом, потому что действительно такое мероприятие должно было состояться у нас, и я в это очень сильно верила. И видела, сколько усилий было приложено со стороны всех участников делегации и как долго это все готовилось. Я, конечно же, планирую посетить чемпионат мира 2021 года. Думаю, что еще ни один проект, ни одно мероприятие с моим участием будет посвящено биатлону 2021 года.